Всем привет. У нас сегодня стало холодно. Господин правит с вами. Знаете, как непросто на ГТРе стоять в пробке. Но это плюс для... Это плюс для вас. Потому что каждый раз, когда я стою в пробке, я включаю классную музыку и выхожу с вами на связь. Музыка Димаш Музыка Димаш Кудайберген, по-моему. Димаш Кудайбергенов. Вообще очень крутой. Слушайте. Да, Наил, простите, пожалуйста, что слишком громко. Кудайбергенов, вот, спасибо, что написали, да. У него самый невероятный голос вообще в мире. Ну, кто вам сказал, что я был в депрессии? Господи, я был без отношений 1.5 года. То есть я перестал верить в отношения. Вот и все. Я был в работе над собой, я был в путешествии, я обучался. Это разные немножечко вещи, поверьте. Объясните ситуацию с Викой, Вовка, Диана, наверное, Дианочка. Я не на... Ну, то есть объяснять вам ситуацию не планирую, потому что я вышел в эфир не для этого. Я просто вышел для того, чтобы с вами пообщаться, со своей командой, со своими людьми, с теми, кому я дорог и близок уже. Все. У меня нет задачи здесь разбирать снова эти вещи. Я просто хочу почитать комментарии, поотвечать на какие-то, послушать с вами музыку. Те комментаторы, которые пишут там, посмотрите на глаза Артема, а он обращается к вам, мои холесы. Давайте немножко поясню. Артем даже не волк. Артем животное, которое гораздо страшнее, я вас уверяю, не дай бог. Но я этого и не скрывал. И всегда говорил, что я разный. И никогда не говорил, что я хороший. Ну вот, либо что я плохой. Я всегда разный. Я в разных ситуациях разный, как и каждый человек. Как и вы все. А улыбаюсь я, потому что у меня женская аудитория. А женской аудитории нужно дарить тепло, ласку и любовь. Несмотря на то, что мои глаза другие. Для меня радость сказать в эфире 2000 людей мои холесы. И сделать это вот отсюда, от души. И сказать это с улыбкой. А мои глаза — это мои глаза. Я их себе не выбирал. Я не выбирал свое животное. Я таким родился. И поэтому, если кому-то не нравится, ну, аривидерчи. С вами или без вас, моя жизнь уже сложилась. До появления Инстаграма она сложилась. До появления Виктории и всех, кто бы там ни приходил, она сложилась. Кстати, моя жена недавно выходила со мной на связь вчера. Она увидела, прочитала эти все гадости, что у Виктории были. Она очень сильно негодовала. Она говорит, я хотела ей написать. Но потом увидела, что все это переворачивается в итоге. Поэтому, говорит, не стала. Я ей предложил, ну, дело в том, что моя жена работает в тех местах, где не особо правильно, ну, то есть вести, она не ведет Инстаграм, чтобы вы понимали. И я ей предложил, я говорю, давай встретимся, проведем прямой эфир, я тебя познакомлю с публикой, пускай она тебя увидит, позадает тебе вопросы. Ну вот, мы очень мило и круто вчера целый час не общались по телефону, пока ехал по своим делам, договорились о встрече, договорились попить кофе, посмеяться, пообщаться. Вспомнить прошлые крутые дни. Вот и все. И она сказала, что за бред вообще, что Вика себе позволяет там выкладывать про меня, про тебя. Что за чушь вообще. Поэтому поверьте, будьте умнее, будьте мудрее. И все. Не цепляйтесь вы за мелочи, за мелочи. Вы все молодцы, вы все крутые, только тогда, когда по-доброму что-то делаете.
уже жена появилась. И, конечно, появилась. А как вы хотели? Когда про нее такие вещи пишут, про меня такие вещи. Я, конечно, бывший муж, но у нас с ней абсолютно нормальные отношения. Она до сих пор дружит и общается с моей матерью. Она приезжает к ней в гости на кофе. Но это их вопросы, это их дела. Там рабочие моменты. Какое я к этому отношение имею? И она это увидела, прочитала, говорит: Артем, что за бред вообще, блядь? На каком основании вообще такие вещи выгружают? Просто у меня жена, она старше меня, бывшая. Ну, как бы она очень адекватный человек, то есть в этом плане. Она не сидит в соцсетях, ее там нету. Ей это нахрен не надо все. У меня будет встреча с Викторией. Если Виктория выйдет на связь, она мне не отвечает. Она вчера сбросила на телефон. Конечно, встречусь. Конечно, встречусь. Вот там все финчастью посчитаем, там, что я там должен. Там, пожалуйста, положу там на стол. Там, вообще не вопрос. В чем разговоры, блядь? Вы там определитесь уже, кто кем называет. А? Или я не пойму, вся страна на ГТРах ездит или что? Я не пойму. Вы что там, друзья мои хорошие? Мутно как-то все. А, Али, ну мутно как-то все. Ну, я не знаю, удались из Инстаграма, чтобы было не мутно, чтобы было прозрачно. Да, Оливия, до свидания, курочка моя, чтобы тебя здесь больше не видел. Мне здесь не нужны боковики эти, прихлебатели. Да нужно, конечно, я еще раз, я с удовольствием с Викулей встречусь, с удовольствием. Я взрослый мужик, когда вы это поймете, мне похер там, что кто пишет, в конце концов. Мне не сложно человека встретить, обнять, поцеловать в щеку, сказать: Вик, несмотря ни на что, мое отношение к тебе, каким было, теплым, добрым и качественным, таким и осталось. Плевать мне на все эти перипетии, плевать мне на все эти выгрузки, всю эту хрень. Я с удовольствием так сделаю, поверьте. Не может человек стать чужим за день, за два, за три, за неделю, что бы он ни сказал, не может. Я думаю, вы меня понимаете. Мое отношение к ней, оно поменялось только лишь в том формате, в котором она хотела меня выставить. Все. Ну, то есть я просто увидел, что окей, ну хорошо, так да так. Но по-человечески, душевно, мое состояние, ну как я должен к ней по-другому относиться? Я от своих слов не откажусь. Я от своих отношений, от любви, которые я не откажусь. То есть я как, ну то есть, ну так. Будьте спокойнее. Я абсолютно спокоен, просто у меня классное настроение. Вчера оно, безусловно, было другое. Мне было крайне жаль, крайне неприятно, что вот так могут поступать родные люди. Но, блин, окей. Вы готовы будете сойтись? Пожалуйста, не оскорбляйте. Не надо здесь никого оскорблять. Ну что вы, как маленькие дети, я понимаю. Я понимаю, что вот, ну, здесь есть юные совсем девочки, мальчики, но будьте мудрее, давайте как-то, словами меня как засвечивает, ужас, выключу. Ну, может, ей так больно в силу того, что запуталась и наломала дров, возможно. Да я сюда еще раз говорю, я Анна, я с удовольствием с ней поговорю, я с удовольствием ее обниму, с удовольствием ее пожалею, если это нужно, с удовольствием поддержу, если нужна поддержка. Если я где-то написал оскорбительное слово про нее, если я где-то сказал про нее гадость, я извинюсь, мне не сложно. Я считаю, что каждый здравомыслящий человек абсолютно точно, ну если где-то кого-то незаслуженно оскорбил, либо унизил, имеет право, может извиняться, это все нормально. Поэтому я в этом, ну, абсолютно норм для меня. И я с вами эфиры провожу, видите, как, в каком я настроении, в каком я состоянии. Вот. Мне не нужно срываться, ругаться тут матом, абсолютно не нужно. Ну, мне и так все нормально. Да поговорим, если захочет она, поговорим. Так вот, едь к ней. Меня на посту не пропустят. У меня номеров ни хера нету, блин. Я, оказывается, на моей машине ни хрена никто никак... Ой, ни хрена... Короче, я стал тут не очень... Ни хрена никто не устанавливал номера. Она без номеров была. Потому что это были... Ну, короче, не буду называть фамилии, имена. Короче, ну не устанавливали. И теперь я ездию, я уже второй компании позвонил. Слава богу, ну нашелся человечек, который сказал: да, Тём, мы тебе все установим. У меня даже дырок нет на бамперах, потому что номера некуда ставить.
Я ездил без номеров, меня останавливают и начинаются качели. Ну, на каком основании ты без номеров? Первое впечатление от тебя, Артем, у Вики видела, было неприятно от тебя, не ошибалась, мудрый. Спасибо большое, диля-ля-ляй. Зачем же ты сидишь здесь в моем аккаунте, тратишь свое драгоценное время? Пошла вон отсюда. Обнял, поднял. Хорошо к ней отношусь. Виктории я сказал, что она запуталась. Пускай придет ко мне, если ей нужна моя поддержка, если ей нужна моя помощь. Я помогу, я поддержу. Но только не я должен бежать. Она должна прийти. Она ушла, пускай идет. Извините. Просто погорячились оба мы все люди. Она сказала, что я псих, посмотрите на меня. Ну, конечно, я псих, а кто же я еще? Кто я еще, по-вашему? Конечно, псих. Ты каждый день вы общаетесь, слушаете советы, проходите интенсивы, обучение, личные заказываете встречи. Ну, психа. Зайчики, я же говорю, я там, ну, своей страницы никого не держу. Покидайте ее, пожалуйста, кто там, кому я не импонирую, кто не разделяет мою точку зрения. Я же никого не держу, мои хорошие. Ну, всех обнимаю ласково и нежно, посылаю, ну, вот, куда хотите. Верьте. Ну, как бы. Если вы встретитесь, то все-таки ее первая попа будет на пассажирском сиденье. Слушайте, есть у меня ощущение, зная Вику, что прыганет. Прыганет, однозначно прыганет, закроет гештальт и все. Ну, как бы это может быть, я как бы не удивлюсь. В шутку, конечно, в шуточной всей этой форме, но я почему-то не удивлюсь, если она скаканет за сиденье. Я всем желаю смерти, я страшный человек. Мне настолько скучно жить, что я просто всем все желаю, пуляю своей энергией. Я смертельная. На такси езжай. Так куда на такси? Где машина сейчас? Я стою вообще. Артем, а ты похудел? Ты похудел ранее? Да, я похудел, конечно, я спортом перестал заниматься. Посмотрите, что сейчас, подождите. Что творится? О, смотрите, стоим. Здрасте. Стоим. Дайте я вам сейчас лайфхак. Лайфхак хотите? Давайте я вам лайфхак, мои хорошие. А то я видел, там комментики там писали. Ага, говорят. Сейчас. Артем без номеров ездит. Арендная тачка. Как он смел, как он мог, как он вообще, кто ему позволил? Сейчас, секунду. Давайте поржем. Причем мальчики пишут, сразу видно, кто не завидует, да? Мальчик пишет. Пацаны, окститесь, мои хорошие, мои холёсые. Заработайте, тоже себе купите. Ну и круче можете купить, что мешает-то? Зарабатывайте, покупайте. Я что, коза, будем в одной команде гонять. Вместе, рядышком будем тусить. Что вы там, в конце концов, подтекаете? Сейчас я. Подождите. Надо как-то остановиться, а то... Так, что у нас? Тут мой адрес. Он прям под фамилией. Ладно, сейчас подождите. Сейчас остановимся на красном. Почему-то красный не загорается. Так, а что здесь? Подождите. Сейчас. Я прям просто в эпицентре пробки, на самой красной. Поэтому не могу сейчас прям отвлечься. Хотел сказать, что несмотря ни на что, я вас люблю. Спасибо тем, кто со мной. Спасибо тем, кто верит, кто благоразумен, кто четко понимает, что в этом мире нет плохих, хороших, что давай с адресом. Ну, конечно, Ирина, а ты возьмешь и приедешь ко мне в гости. Вот, где я здесь нифига не видно. Сейчас я тут. Дайте, а то же номеров нету. Артем варит. Да что за жизнь такая штука? Так. Давайте. Что у нас здесь?
Так, Nissan GT-R 3.8, трали-вали. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Артем Сергеевич. Вот, закрываю адрес, чтобы вы не палили. Вот. Все нормально? ПТС-ка есть? А? Все есть? Ну, че? Я так пацанов стебу немножечко, слышите? Пацанов подстебываю немножко. Вот. Вчера только поехал, оформил. Вчера поехал, оформил. Номера еще не поставил. Вон, номера лежат. Номера обычные. Дайте что-нибудь, да, поговорим с вами. А еще адрес. Хватит считать их деньги сами. Да, хватит считать наши деньги. Сами разберемся. Ну, поверьте. Сами разберемся, все будет нормально у вас. У меня есть деньги, у Вики есть деньги. Нищих здесь нет, поверьте. Вот. Все хорошо. Улыбаемся на все свои 32 зуба. Улыбаемся и машем. Дружно, мои хорошие. Люблю, когда вы смеетесь. Мне это нравится. Кому же да смешно же выглядишь? Да, конечно. А я же и хочу, Елена, я же и хочу смешно выглядеть. А для чего же я это? Конечно, хочу смешно выглядеть. Почему бы нет? Вот. Я скоро, знаете как, с такими темпами я скоро вас в гости начну звать. Всех вместе. К себе домой. Куда угодно. Вам же так интересно. Что там у Тёмочки? Что же у него в карманах? Жаль, вообще обалдеть. Так, Шарова. До свидания. Раз и навсегда. Не пишите потом мне, что вы сожалеете и скорбите об утрате моего аккаунта и об утрате возможности находиться в моем прямом эфире. Не скорбите потом. Я вас люблю. Любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. И пусть она вас больше не тревожит. Сходи к психологу. Так, конечно. Давайте, и с вами заодно попрощаюсь. Сейчас. Так, что у нас дальше? Короче, адекватные люди все про все знают. Так, отлично. Зови, в гости звать? Вы представляете, сколько вас будет? Я ж там куда? Мне места не будет. А, да мы все там, да, помешанные. Мы все альфонсы. Один на одном. Да, у нас было, да, совместные проекты, конечно. Блокирую Вика. Вика, как-то тебя назвали. Блокируйся. Кыш с моего прямого эфира. Кыш. Будь честна. Сейчас, блин, ну как сложно сразу. Эдж, фрака. Так, правильно, в банах. Ну, конечно, в банах. Что с ними долго это сам? Да я никому не хочу ничего доказывать. Я просто стебусь. Ну вы же видите. Ну я же просто прикалываюсь. Неужели вы думаете, что я на полном серьезе тут буду сейчас документы там разбирать свои? Там, ну, блин, я сейчас стебусь. Бабы, отстаньте от мужика. Ну не бабы. Артем, ты холесый, про нас чаще говори. Буду говорить, а вы чаще пишите. Вы чаще пишите мне хорошие. Потому что... Зови нас! Я вам же уже в комментариях, я не добрый. И никогда не был. Посмотрите мне в глаза. Это глаза доброго человека. Что вы? Вихрь, ураган, зверь, тиран. Это же вообще. Так, Арина, пока, моя зайка. Я в отличном настроении, спасибо, что вы рады. Я тоже рад, что у вас сегодня классно. Да, варюга, я вообще редкостный, вы себе не представляете. Я прям обманул девку и прям в бегах уже. Если вы не заметили, я уже где-то в Майами там трачу там сотку эту, блин, бедную. Там уже все, банкую, шикую на всю. Ой, господи. Ой, слушайте, Инстаграм это прям
Вообще, что за трэш? Сейчас всех заблокируют. Я сейчас всех вас запуляю энергией, заблокирую. Ты Вику любил. Ну, слушайте, как вы думаете? Если я что-то говорю, то я что-то говорю. Если не говорю, то не говорю. Я же это пишу, ну неужели 40 раз повторять? Кто видел твой АККК в начале? У тебя не было 85 тысяч. Я никогда так не говорил. Никогда не говорил, что любовь прошла. Мое мнение не поменялось. Поменялась ситуация. Я просто принял решение, поверьте. И Дом-2 не являлся одной. Это не одна ситуация, по которой я принял решение. Просто это не ваше дело. Был ряд ситуаций, после которых Дом-2 это просто был финал моего принятия решения. Все. Обсуждать с кем-либо, почему, что за ситуации, я вообще не буду. Вот это уже, ну, как бы, наше личное, и она все про это знает. Да, потому что его захейтят, никогда будет. Ай, блин. А, ну да, в принципе, что я удивляюсь, тут это самое коммент, здесь 2600 человек. Да, конечно, откуда? Вот сейчас, сейчас вот смотрите, вот сейчас еду, полбака, расход, сейчас посмотрю, вон, в спокойном режиме 23 литра расход, не знаю, что делать, займите, пожалуйста, а то мне завтра уже заправлять нечем будет, 2 дня покатался и в гараж поставлю, ну или обратно с аренды сдам. Музыка это... Кстати, крутой трек. Это как ее? Эрика. Все какие-то названия. Вот нет, чтобы называться Артем Прайд. У всех какие-то названия сложные. Эрика Лундмоен. Вот. У нее очень крутые треки, послушайте. Вот, вот самый ее пиковый трек такой, самый крутой. Так, гюня-бля-бля-бля. Пока. Слушайте, какой трек? Лера, привет! Передаю привет. Нет, Дом-2 мне точно не нужен. Конечно, я туда не пойду. Зачем? У меня и здесь все хорошо. Ну, знаешь, как нас и здесь неплохо кормят. Зачем? 2700 уже. 2700, привет. Так кого блокировать? Вы же понимаете, что здесь сотни сообщений летят. И кого я? Я сейчас всех хочу блокировать, я устану. Все равно эфир не сохраняю, не паритесь. Музыку давайте лучше послушаем. Давайте лучше возрадуемся этому дню. Секта! Пока здесь 2600 любителей. Слушайте трек, он красивый. Я комменты не читаю. Вот за ГТРом сложнее, клянусь. Он так едет, он просто не это сам. Слушайте. Я, короче, встаю, все уже на красный уехали, а я стою посреди дороги, мне даже никто не посигналил. Ну что же такое, а, бардак, бардак.
Так, сейчас у нас с вами задача. Все, кто из вас до сих пор на меня не подписан, гоу, подписываемся. Скоро будут очень интересные истории. Я готовлю для вас бомбочку. Один секретник, секретный секретик секретного секретного человека. Вот. Вам должно понравиться. Я думаю, что какое-то большое количество людей из вас на этого человека подписаны. Мы сейчас ведем переговоры. Поэтому Эджигейдж будет. А я понял, короче, я выхожу в эфир, чтобы вы друг с другом пообщались. Чтобы вы друг с другом пообщались. А я, получается, передача между вами. Я такой, знаете, ретранслятор. Давайте я теперь буду выходить в эфир, просто включать музыку и как на радиоволне молчать и улыбаться. А вы будете друг с другом здесь переписываться. Я прям, мне кажется, буду кайфовать. С акцентом сказал каким-то, то ли кейским, то ли московским, уж не знаю. Ну, как хотите. Эрика Лундмоен называется трек. Мои колесы. Буду с таким теперь лицом, слышите? Я буду теперь с таким лицом говорить мои колесы. Вот так, мои колесы. Так интереснее? Давайте. Дя-дя-дя. Не парьтесь, наблюдайте. Наблюдайте, конечно, мы что-то... Блин, так, ладно, буду и читать, и ехать. Хорошо, нафиг, ахахах. Ну, конечно, нафиг я нужен. Дайте трек какой-нибудь, найду, пока я не доехал. Я уже не до... Так, это сегодня не для сегодня. Сейчас что-нибудь найду, доедем с вами до локации. А как же иначе жить-то без этого? Кому не нравится, что вы здесь делаете? Да, это, кстати, во всех прямых эфирах у чего-то, кого-то. Постоянно есть те, кто пишет что-то, и постоянно есть те, кто пишет, что вы здесь сидите, и вам что-то не нравится. Ну, блин, ну это так и есть, на самом деле. Первый раз видим его таким. У меня есть такой трек.